Слава Україні! Сьогодні 85-й день війни. Я і командування перебуває на території заводу «Азовсталь». Триває певна операція. Заместитель командира полка «Азов» Святослав Паламар выступил с видеообращением. «Командование находится на «Азовстале». Идет определенная операция», — сообщил он. «Я и командование находимся на территории завода «Азовсталь». Продолжается определенная операция, детали которой я не буду разглашать», — отметил Паламар. Паламар поблагодарил мир и Украину за поддержку. «Увидимся», — добавил военный. «Представляем вам видеообращение». Слава Украине! Сегодня 85-й день войны. Я и командование перебуває на території заводу «Азовсталь», триває певна операція, деталі яких я не буду розголошувати. Дякую всьому світу та дякую Україні за підтримку. Побачимось.